Юная исполнительница и победительница различных международных музыкальных шоу Данелия Тулешева дала свой первый сольный концерт в Алматы. 11-летняя исполнительница выступила с программой «Данелия и друзья». Юная артистка исполнила композиции, звучавшие на голос «Дети Украина» и новые каверы. Музыка для меня – это отдых, потому что сейчас очень много экзаменов и учебы. Для меня это в первую очередь, и музыка в данный момент для меня – это как отдых или просто для себя. Почему Алматы? Потому что я здесь живу, мне здесь… Это самое комфортное место на земле для меня. Я здесь живу, здесь мой дом, здесь моя учеба, здесь моя школа. Я считаю, что это будет логично, если я первый свой концерт проведу в Алматы. Это придумала Наташа, мой педагог по вокалу. Я ее просто обожаю, и я ей очень благодарна, что она дала идею создать такой сольный концерт. Я хочу сказать огромное спасибо, что поддерживаете, может быть, кто-то из вас, кто смотрит это интервью, поддерживаете мое творчество, следите за мной, и я вам желаю хорошего дня, и чтобы все у вас было всегда хорошо. Стоит отметить, что на подготовку у девочки было очень мало времени из-за многочисленных занятий. Но несмотря на это, фанаты были в восторге от выступления Данели. Не помешала даже сильная жара, а позже небольшой дождь. Надо также заметить, что у Данели практически плотный режим. К слову, перед сольным концертом девочка вернулась из Астаны, а после отправится в Актобе. Она выступит на гала-концерте детского фестиваля конкурса вокалистов «Бакыты-Бала» 2018 вместе с Димашем Кудайбергеном. Фарид Сайфуллин, Айгерим Мамитекова, Назгу Мусалимова, телеканал «Танрита».